Дана Владимировна Ганевская – это прежде всего уникальный художник. Просто художник. Потому что все остальное, то, что она действительно феноменальный художник по костюмам, то, что она чрезвычайно много сделала для кинематографа, в частности, очень большой ее вклад в то, что вообще я стал человеком, это тоже очень важно. Первую полнометражную картину мы делали вместе, Егор Булычев и другие, она была уже тогда известным, очень мощным, уважаемым, то, что называется маститым художником, кинематографистом. И вот видите, сколько лет прошло, а значение того, что она сделала и как живописец, и как художник-прикладник, и как просто художник, оно не только, так сказать, не исчезает, а становится все больше и больше. И вот сейчас музей кино выступил, по-моему, с очень такой важной и очень перспективной, очень хорошей инициативой. С тем, чтобы мы сейчас все вместе, да, кому не безразличен и художественный дар Ганны Владимировны, кому не безразлично, ну что ли, судьба вообще чего-то художественного, да, в нашей жизни, а вот художественные вещи, они наиболее, так сказать, склонны к исчезновению, вот, поскольку, ну что, такая эфемерность, как художественность, кому она нужна? Она всем нужна, так же, как всем нужна выставка Ганны Владимировны, и так же, как всем нам нужна инициатива музея кино, благороднейшая инициатива, нам всем стать, ну что ли, акционерами этой выставки, акционерами того, чтобы это уникальное художественное собрание не пропало, не исчезло, чтобы оно навсегда, надолго осталось с нами, и как практическая польза для тех людей, кто собирается работать в кинематографе, кто начинает работать в кинематографе, кто просто работает в кинематографе, и как просто ну, такое прекрасное художественная страница нашей культурной истории. Поэтому я вас призываю, поддержите нас, поддержите музей кино, поддержите эту прекрасную инициативу, которая на самом деле, я думаю, какое-то одно из первых начал разумной культурной жизни вот у нас на родине.